Тема сегодняшнего урока очень прекрасная, очень красивая. Это вибрато. Вибрато – это как украшение, что оживляет нашу музыку, потому что вибрато появляется когда? Оно всегда было, то есть вибрировали через смычок. Как хочешь, играешь. Или же вибрато как украшение. Да? Здесь уж нужно раскрутить струнку. И вот тема. Мы учимся сегодня вибрато. Все взрослые, начинающие, продолжающие. Потому что можно всегда что-то найти новенькое. Итак, может быть, вы тоже мне что-нибудь расскажете про вибрато. Каждый учитель, каждый музыкант, у него свой путь. Я начинала вибрировать тоже совершенно по-другому. А когда поступала в Гнесинку, мне вот тогда вот известный очень скрипач Вилкомырская и скрипач Киселев сказали, говорит, вы извините, но у вас нет вибрато. Я говорю, как нет вибрато? Видите, как я вибрирую? Смысл в том, что звук должен меняться. И ты, как скрипач, который играешь с вибрато, этот звук формируешь форму. И чтобы рука, этот танц для левой руки, именно как балетное экарте, то есть ты ручку раскручиваешь, звучала, нужна техника, да? Техника, когда движение к тебе, от тебя, к тебе, от тебя, равномерное. Я предлагаю идею часиков. Тик-так, тик-так, да? Бьют часы на башне, да, там тики-таки, 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 так. Конечно, мы знаем, что есть локтевое вибрато, кистевое, пальцевое и смешанное. Каждый композитор предлагает свою форму вибрато, да, но вы, как исполнитель, как скрипач, должны просто вначале потренироваться, да, как? Начинаем здесь на деке. Ну, примерно вот, допустим, так мои ученики это делали. И когда мы делаем движение на деке, то есть, почему на деке? Потому что, опять же, рука касается, скрипка не лежит, она просто легко касается. И от этого касания уходит бэби-рефлекс, который внизу очень-очень предприимчивый. Если вам не подсказали еще в первую позицию, что локоть нужно экстра выводить сюда для вибрато, да, и тогда скрипочка у нас лежит на большом пальчике, и тогда эти движения в первой позиции. Я предлагаю высокое, наслаждаюсь, тик-так, тик-так. Потом переходим на струнку, да, и одну нотку, и слышим звук, то есть у каждого звука есть эти вибрации, биение, то есть выше, ниже, выше, ниже, то есть слышите, как вы поете, спойте с вибрато, и пускай скрипка повторит ваш голос, это будет очень-очень здорово. Ну вот, тоже у малышей сразу не получается, а у взрослых, конечно, тоже очень много интересного. И направление пальца. Палец стоит на струнке, лицо пальчика к вам, а вот на этот уголок подставки. Движение. Котенок плачет. Лошадка. Почувствуйте, скрипочка, что легко было, и чтобы эти движения, как цветок распускаются, что вы играли, допустим. Раскручивайте, входите, то есть движение пальцев в струну, смычок в струну. Это скульптура.
скульптура звуковая, она должна не механической быть, чтобы вы, скрипач, ею управляли, чтобы вам самому нравилось. А если не нравится, то нужно немножко потренироваться. Вот, то есть вибрато, когда ваш смычок, а рука это называется еще координация, чтобы пальчики у вас не схватывали струнку, потому что движение новое, пусть смычок идет по деке, не мешает, а рука делает тик-так, 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 тики-так, и тики-так, и тики-так, и тики-так, и так. И потом вибрато как цветок распустился, идет запах, пахнет шоколадом, я не знаю, розами, чтобы вам нравилось самим, да? И уже добавляется потом, когда пальчиком, да? Когда пальчик тоже участвует, прогибается. И, допустим, выбираем произведение, и тут же сразу начало с каждой нотку вибрирует, венгерские танцы. Вот, это мальчик первый раз прикоснулся.